Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы продолжаем нашу серию передач о том, какими производственными мощностями обладает компания «Совалмаш» на март 2021 года. На данный момент мы находимся на обмоточном участке «Совалмаш». Данное рабочее место оборудовано персональным компьютером и принтером, чтобы сотрудники могли производить здесь сложные вычисления, обращаться к каким-либо справочникам и другим источникам информации. Вы можете видеть, что в помещении очень много различных шкафов, стеллажей, верстак с ящиками и так далее. Все это нужно для хранения инструментов, расходных материалов. Перейдем к следующему рабочему месту. На данный момент здесь всыпаются катушки в статор электродвигателя малого габарита. И также вставляются изоляции, коробка пазовой изоляции и крышки пазовой изоляции. Здесь у нас представлен стеллаж с бухтами медной проволоки различных диаметров и также образцы различных двигателей и статоров. Также установлена доска для того, чтобы сотрудники записывали здесь свои расчеты во время работы над каким-то конкретным двигателем и в случае чего могли без проблем обратиться к своим расчетам и какой-либо другой информации, которую они здесь записывают. Здесь у нас представлен стол обмотчика. Стол оборудован устройством контактной сварки с использованием такого инертного газа, как азот. Азот используется для того, чтобы свариваемые поверхности не поддавались сильному окислу. Вследствие сварки выделяется довольно большое количество едких и токсичных газов. Для их удаления у нас используется вытяжка с фильтром очистки. Этот стол служит для намотки двигателей больших габаритов. Сюда устанавливается двигатель на эту станину, закрепляется, и два человека могут одновременно работать с этим двигателем, поворачивая стол вокруг оси. Далее представлен узел подачи газов. Подается азот и сжатый воздух. Азот как раз-таки используется для контактной сварки, а сжатый воздух используется для продувки каких-либо мест или удаления пыли из труднодоступных мест. Следующее рабочее место оснащено миллиометром и мегометром. Также оснащено весами. Миллиометр нужен для измерения сопротивления конкретной катушки. Мегометр нужен для определения, есть ли пробой в изоляции в уже намотанном двигателе. На этом столе уже представлены подготовленные секции, провода уже зачищены устройством механической зачистки. Они, собственно, готовы уже для всыпания в пазы статора. На данном стеллаже представлено огромное количество бухт медной проволоки с самых разных диаметров, а также электроизоляционных материалов и многое другое. Сердцем обмоточного участка является этот станок. Станок используется для намотки катушек. Станок программируемый, высокоскоростной. Мы его дорабатывали для того, чтобы мотать катушки в несколько проводов сразу. Мы разработали вот эту вот систему. Система позволяет плавно подавать в нами разработанное и созданное сопло сразу несколько проводов. Провода наматываются на оснастку. Оснастка изготавливается средствами аддитивных технологий, а именно наших 3D-принтеров. Мы их проектируем и печатаем, собственно, потом используем для намотки. Я рассказал вам о мощностях, которые находятся на обмоточном участке компании «Совалмаш». Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!